скаут в Крейгдаме? Нету. Есть. Нету, Атаманский я ушел. Завис. Атаманский ушел. Атаманский с нами. Атаманский, иди, я сказал, не проиграл. Я хочу драться. Вы вообще умерли, что ли? Почему ты тогда фрост в коже, если ты хочешь драться? Вот сейчас. Потому что фрост, кожа у меня прокачана. Не флудите, пожалуйста. Хорошо. Прокас, прокас. Да. Не флудим, следим за танками. Ребят, следим за моим прокасом. Отзоню его, отзоню. Убейте. Зайду туда сейчас. Шапки, правда, ну ладно. О, хорошо, не видал чего. Да-да-да. Надо больше напора на них, коуч. Нас уже меньше, чем их. Понятно. Ковы часы? Да. Да сложно, они расходятся, реально как-то чувствуют. Они резинят хорошо, но видишь, они умеют это говно делать. Угу. Реально как чувствуют. Вы можете ману кто-нибудь поставить? Есть у нас шапка на ману? Наверное, единственное у меня было? Нет. У кого-то было, кстати. Плюс один казуал к вам проводился. У меня было. Или мы сейчас больше народу здесь соберем, или они придут толпой и нас так, внимание, мы сейчас будем их байтить на проход. Только растакайтесь, пожалуйста, в разные стороны, не в одну точку, чтобы под косу вас не поймали. Сазекс, готовься ворваться, ты умеешь уже. Да. Еще отходим, еще больше, смотрите, где Ковач. На Ковача смотрим. Все внимание на Ковача, даем ему щит. Видите, Ковач? Не отвлекаться на боковых. На Ковача внимание, ой, на ой, только Леонар, на Ковача. Смотри, Леонар вылетевший, пригласите. Да, все, вернулся. Берту пригласите, раз он уже не в бою. А нельзя пригласить в бою. Отходит сзади. Сколько раз повторяю. Смотрите, Ковач пошел. Тут бревно просто. Сзади обходит, блядь. Иду, Ковач туда, бля. Бревно забирайте в нас, пробуйте. Проход, нужно залить чуть-чуть в проход. Чуть-чуть. Давайте льем. Сзади. Чё там сзади? Сзади к нам пришла глифа и просто. Да и срать. Проход. Да! Супер. Давим их в проход. Танка с косой порезал. Косу порезал. Забрать. Алибарду забрать. Меньше нас. Шапку прожал. Бля, не могу. Справа заходят, толпа. Заходит справа, да. Ого-го. Входим на коней, Нас умонят. Вот, атаманский, видишь? Ты пришел к нам подраться захотел. Все, атаманский во всем виноват. Ну, блять, их уже я было в 4 дам, раза больше, чем нас. Нет, ну правда, они зашли с КД. А у нас блядь, там не было как будто вы не знали, что они зайдут, откуда они возьмись. Нет, они и так набирались. Возьмись, мы их поймали.